Приветствую вас снова на своем канале. Сегодня мы поговорим о любимице миллионов Тины Кароль и ее романе с Даном Баланом. Ну что, погнали. Сразу хочу начать с того, что на самом деле никакого романа и не было. Все это был лишь пиар для рейтингов шоу самих себя, что им в принципе очень удалось, потому что их псевдороман набрал сумасшедший оборот, и много миллионов людей за этим следили по сей день. Недавно Дан Балан выпустил новый клип с финалисткой шоу «Голос страны» Инди, клип на песню «Дышат о любви». Я не удивлюсь, что после этого клипа сейчас многие начнут писать о том, что у него теперь роман с этой брюнеткой из Казахстана. Но и тут я вас хочу огорчить, потому что этого тоже не может быть. Но все по порядку. Начнем с Тины Кароль. Плохого мне нечего сказать об этой артистке. Не моя артистка, это точно, но я знаю, что она, безусловно, талантливая, одарена прекрасным голосом, и вообще она просто замечательная артистка, которая работает всегда живьем. Этому могут у нее поучиться многие артисты, которые вообще не умеют петь или дают концерты просто под плюс. Тина Кароль всегда отдается по полной, но сейчас не о ее голосе. Мог ли у нее быть роман с Даном Баланом? Ну, конечно, нет. И на это есть ряд причин. Ну, во-первых, Тина Кароль никогда бы не выбрала такого мужчину. Почему? Потому что она предпочитает совсем других мужчин из другого круга. Бизнесмены, политики, какие-то влиятельные чиновники и так далее. Она никогда не будет рядом с каким-то артистом. Потому что, как говорится, в семье должна быть звезда только одна. И это Тина Кароль. Поэтому все очень просто. Тина Кароль любит совсем других мужчин. Что касается Дана Балана, ну здесь вообще поговаривают, что этот милый молдавский красавчик вовсе не особо любит женщин, а смотрит как раз-то в сторону мужчин. Я, конечно, не могу ничего утверждать на 100%, но многие люди очень влиятельные поговаривают. В колуарах, как говорится, за ширмой обговаривают, там все знают. И вот мне птичка принесла на хвосте о том, что Дан Балан как раз-то у нас любит парней. У меня нет конкретных подтверждений этому. Ну, естественно, Дан Балан живет в Америке. Как это можно проверить, поскольку, я думаю, именно по этой причине он туда и перебрался, чтобы скрывать свою личную жизнь. Так как быть геем в Молдове или в Украине, или в России, это вообще, как вы знаете, не очень принято. Поэтому это все объясняет, почему он живет там, а пытается пробиваться в шоу-бизнесе здесь. Потому что здесь его все знают. Если я вас огорчил этой новостью, ну уж простите, но мы здесь будем говорить правду, свою правду, субъективную, конечно. Это не факт, это лишь доводы мои, но это мое личное мнение. Но то, что Тины Кароль и Дана Балана не было никакого романа, здесь я вам могу сказать, это 100%. Потому что Тина Кароль любит совсем других мужчин. Да и Дан Балан любит тоже мужчин, каких, конечно, мы не знаем. И если вы вдруг увидите новые новости о его романе с этой прекрасной девушкой из Казахстана Инди, это будет очередной пиар для рейтингов и не более того. Так что вот так вот. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, что вы по этому поводу думаете. Может быть, я не прав, может быть, вы считаете иначе. Мне очень интересно ваше мнение. Всем хорошего вечера и до скорых встреч!